Главный кафедральный собор Нижнего Новгорода сегодня превратился в концертную площадку. Там прошел традиционный рождественский хоровой собор. В этом году рекордное количество поющих – более 300. Среди 1500 слушателей был и наш корреспондент Александр Алешин. В рождественском хоровом соборе принимают участие 9 лучших хоров не только нижегородских, но и со всей России. В общей сложности в этом большом сводном хоре более 300 солистов. Мне кажется, это для каждого большая честь, не только для нас. Ощущения совершенно другие, не так, как в обычном концертном зале. Совершенно другие эмоции, очень яркие. Я здесь пою, как на празднике. Великолепная остановка, великолепная акустика. Здесь шикарно петь, здесь свободно петь. Очень приятно, особенно, когда поют еще много других коллективов. То есть наслаждаешься не только, собственно, пением, можно так сказать, может быть, нескромно, но и другими послушаешь. Необыкновенно, чудесно и божественно. До слез, до глубины души проникает. А вот я говорю, а у меня горло перехватывает. Присутствуют профессиональные детские коллективы, профессиональные взрослые коллективы, смешанные коллективы, которые уже лауреаты различных конкурсов. Они достаточно мобильны, талантливы. И наоборот, это не сложность, это радость, внутренняя душевная радость. Супруга специально сюда приехали, мы целый год ждали этого события, поэтому это потрясающе. Это величие духа, величие творчества и величие наших храмов.